вопрос рано или поздно встает перед каждым молодым человеком. И я не исключение. Я свой выбор сделала. Моя детская мечта осуществилась. Спустя годы я понимаю, что я не случайный человек в педагогике. Вот уже 6 лет я работаю воспитателем. Моя профессия самая лучшая. Каждый день с хорошим настроением прихожу на работу и начинаю создавать интересные идеи. Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире сказки и детства. Воспитывая детей, я получаю право осторожно, бережно входить в пространство. Личности и ее творческого потенциала, обеспечивая разнообразные условия для расцвета творческой индивидуальности детей. Мои действия и поступки в ближайшем будущем отзовутся в чьей-то удачной карьере, добрых делах, смелых поступков и великих свершений. Ведь что вложишь в детей, то и получится. Кошечку позвала! Да, кошечку! 59 лет назад. Она умна, талантлива, энергична. Умеет увлечь за собой не только детей, но и взрослых. Всеми этими качествами обладает наша Алена Владимировна. Но самое главное, она любит детей. Любит просто так. Она их любит красивых и некрасивых, молчаливых и болтливых. Это человек, от которого исходит добро, искренность и свежий. При входе в группу их встречает заботливая и внимательная Елена Владимировна, которая всегда вежлива и приветлива. О прекрасном отношении к детям воспитателя можно судить по любви и привязанности малышей. Это видно каждому, кто заходит в группу. Елена Владимировна творчески работающая, хорошо знающая психологию детей дошкольного возраста воспитатель и педагог. К детям относится с большой заботой и пониманием. В ней сочетается огромное трудолюбие, стремление к творчеству, любовь к своей профессии. Рита ходила к Алене Владимировне 4 года. И мы в восторге от вас, ей в различные задания, мероприятия. Дети никогда не оставались не занятые чем-то. Плюс воспитательная работа, безусловно, была проведена большая. Ребенок пошел подготовленный в первый класс, сейчас приносит хорошие результаты. И мне нравилось. Рисовала. Да, пришла к кругу к Алене Владимировне, я очень волновалась и переживала, что мне будет трудно познакомиться с новыми ребятами. Но благодаря Алене Владимировне я познакомилась с новыми ребятами. Я считаю Алену Владимировну очень добрая, воспитанная, ласковая, умная. Внимательная, интересная, отзывчивая.